Всем привет! Вот такая красота у нас возле Меги. Я это немножко раньше снимала. Забежали мы сегодня в Икею. 399 рублей орхидей акция. Но как же мимо пройти? Уже все, мне кажется, съездили у нас в Омске, а я не была. Думаю, дай-ка я заеду. Выбор есть, я бы не сказала, что прям нечего взять. Во-первых, даже на искушенного архамана всегда можно что-то найти. Вот это розовое, очень красивое. Есть много орхидей, которые распустились полностью, но есть и орхидеи всех бутонов. Ну вот чем не красотка за 399 рублей, посмотрите. Белые, крупные, огромные цветы, у всех разные серединки, тоже можно выбрать. Вот посмотрите, шикарные бутоны, такие блестящие. Ну вот чем не орхидея? Красотка ведь. Много салинос, прям много их. Вот таких много, они тоже в домашнем цветении, огромные цветы у них, пышные, видите, тоже все с бутонами, белых на любую серединку, желтоватую, зеленоватую, алабастеров много, полосатые такие розовые, смотрите, бутоны, 399 рублей. Вот чем не орхидея. Орхидеи стоят в трех местах. Сразу как заходите возле кассы, вот ажурная, но прелесть. Причем все орхидеи, ведь GMP, у них у всех есть название. Орхидеи стоят в трех местах у касс, где обычно, и между кассами, где обычно, они че знают. Вот орхидеи Канзас-Сити, крупные, красивые, темные цветы, бутоны. За 399 рублей. Но чем не красотка? Это еще и листьев краб, небольшой, но все-таки краб. Я не знаю, но прелесть. Какая губа у нее шикарная. Жемчужина императора, насколько я понимаю.
Я считаю, что до сих пор можно еще выбрать себе орхидею, поехать и привезти себе красавицу домой. Келлион, чем не красотка? Я свою Келлион обожаю. И желтых, кстати, тоже много. Название не знаю, не буду говорить. Напоминаю еще раз, это 399 рублей. Естественно, как уйти с пустыми руками? Я с пустыми руками не ушла. Это уже съемка домашняя. Красотка Бамон приехала ко мне домой. А завтра она уедет в Новосибирскую область к своей хозяйке Ольге. Не знаю, она такая чудо. Посмотрите. Листочки в легкий краб, все это видно. И предлагаю еще посмотреть, я прошла, посмотрела. Ой, в связи с нехваткой места нам всем нужны какие-то дополнительные полочки. Предлагаю посмотреть большие скидки, интересные некоторые вообще такие стеклянные полки, разные. Разные стеллажи у нас стоят в Икее. Может, кому-то что-то понравится. Мне будет приятно, если я помогу вам с выбором. Мне, например, одна понравилась. Прям действительно понравилась. Я подумаю. Мне кажется, вот она у меня на лоджии прям станет. Хорошенько постаралась снять все параметры, размеры. С вами не прощаюсь. До новых встреч. Предлагаю посмотреть все до конца. Пока-пока.